Полиция работает. Представьтесь, пожалуйста. Сидел Владимир Сергеевич. Должность, звание свое. Депутат законодательного собрания Красноярского края. В связи с чем сейчас находятся здесь люди из правоохранительных органов? Мы остановили, провели, я так понимаю, досмотр. Сейчас какая-то операция осмотра кабинета проходит, ты правильно понимаешь? Все верно. Да. Артем, смотри, вот это же. Сейчас вам не толкаться, надо это ближе.